1 апреля во всем мире традиционно отмечается День розыгрышей смеха. Наша съемочная группа в преддверии веселого праздника решила провести шуточный опрос и проверить тверичан на базовые знания из школьной программы. И вот что из этого получилось. Какая была настоящая фамилия Иосифа Сталина? Так, у него была грузинская фамилия. Честно, вот, не помню. Грузинская фамилия, но точно не помню. Я знаю, но забыла. Я точно это помню. Простите меня, Надежда Семеновна, которая вела уроки истории, но я забыла. Джугашвили. Это сколько планет в Солнечной системе? Спасибо. Давайте считать. Земля, Юпитер, Венера. Так, что? Нептун, Плутон. Нептун, Уран, Плутон. 7. Допустим, 7. 11. 10. Их 8. 8. Какая фамилия была у Петра Первого? Романов. Романов. Какое произведение написала Анна Каренина? Анна Каренина? Произведение Лев Толстой написала она. Как правильно пишется, Иран или Ирак? Иран. По-моему, Иран. А это две разные. Это две разные страны, да, Иран и Ирак.